Приветствую вас на моем канале разборов телепередач, психологических обзоров и моего творчества от Оксаны Гетьма. Сейчас я вам продолжу рассказывать, что было в последнем пост-шоу проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болели, за Сашу или за Лешу. А в последнем выпуске нам покажут, что продолжается конкуренция между мужчинами. А именно, продолжается конкуренция между... Артемом, спортсменам с проекта холостячка и Сергеем. хочу напомнить, что Артем ударил Сергея на проекте, но зато сергей победил в спортивном состязании и утер нос Артему. Они продолжают конкурировать, но не на самом деле. Они бросают друг другу вызовы в Инстаграм, тем самым увеличивают свою популярность. Делают, кстати, абсолютно правильно. Артем здесь поступил как настоящий мужчина. Использовал как бы негатив в позитивную сторону. А за Сергея я вообще не сомневалась. Если бы я была холостячка, я бы его выбрала. А вы мне напишите в комментариях, за кого вы болели. А кто вам нравился не только между Александром и Алексеем. А и между Сергеем и Артемом, кто вам больше нравится? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!